Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня кофеек и тест доброго старого архидемона на английском сервере. Я вчера показывал, тестировал стандартный состав. Сегодня мы будем с вами пробовать вместо Космо. Я, кстати, как раз докачал, перекачал. Будем пробовать с вами ставить Огника. У меня было две огненькие, я перекачал. Попробуем вот такой вот вариант. Только единственный, сейчас я его поставлю вторым. Дальше у нас будет идти стрелок. Старый архидемон, который призывает монстров и имеет иммунитет к разбросу. То есть, ну, по сути, к разбросу, к молчанию. Ой, молчанию говорю. К забору энергии, не имеет иммунитета, то есть, соответственно, его очень хорошо можно убивать старым нашим добрым составом, то есть он не наносит зональный урон, не станет. И ведьма. Единственное, у нас получается нету смотрителя. Сейчас я с Космо уберу. Эмблемку поставлю ее сюда. С этих эмблем столько всего, это просто писец какой-то. Так, чарку мы сейчас поменяем, поставим сюда первого мага. Опять же, это рандом, то есть тут надеяться на что-то. Я вам просто показываю старый добрый вариант, если вы вдруг его встретите. Затраты этих ресурсов на вот это они себя не оправдывают никак. Так, есть он у нас собран. Сейчас мы ему еще поставим дополнительно, я не знаю. Вот у меня вопрос, давайте начнем с тыковки, проверим все сборки. Так как она у нас первая идет. Так, тыква вот такая вот, плюс на нее ставим сюда львицу. Почему львицу? Она, во-первых, ну, дает по сути деф, плюс она накидывает на 2,5 секунды, их обездвиживает. Это очень важно, и разгон у нас будет с тыковки. Так, следующий у нас по выкидке идет Огник. Вот такая вот сборочка. Какие есть варианты? Вот суперпэты, вот этот, например, суперпэт, он у нас дает каждых 2 секунды 1% от хп отнимает, но кулдаун, в принципе, такой немаленький. Поэтому я думал вообще, ну, мы потестируем сейчас первый вариант такой. Панчбокс, он наносит все-таки больше дамага, нежели тот, а потом поменяем что-то, попробуем другое. Второй есть. Дальше у нас будет третий мети стрелок. На стрелка мы поставим шару для того, чтобы не было быстрого набора энергии. Дальше для дамага ставим сюда его. Также для набора можно использовать вот волчонка, он понижает набор на 33%. Тоже не дает, по сути, включиться. Ну, не знаю, попробуем такой вариант, а потом попробуем, если не зайдет, то уберем нафиг и что-то другое используем. Так, есть. Использовали. Химка готова, укротитель готов, и ведьма у нас чикабумом должна быть. Чикабум есть. Вот, в принципе, весь наш состав. Такой вариант. Единственное, у нас еще здесь не доделано. Эмблема, поехали попробуем. Первый заход, потом что-то поменяем, попробуем по питомцам. То есть, как видите, мы идем без смотра. Стартуем с тыковки.
сейчас пусть он где-то передвинется, то зачастую бывает, выкидываешь, он начинает двигаться, это еще лишняя потеря. Все, получили мы разгон. В принципе, разгон сейчас набирается очень быстро. Почему огник? Во-первых, огник наносит немножко больше дамага, нежели космо. Ну, блин, плюс он там убивает вроде тоже, но в последнее время все как-то больше за космо. Я тоже, мне космо как-то больше нравится, не знаю. Но хотя и тот, как видите, в принципе, неплохо. Самое основное здесь, это не дать ему набрать энергию. И, в принципе, по дамагу огник у нас повеселее, пободрее будет. Мы космо поставили из-за того, что у нас в большинстве случаев, ну, последнее время зональный урон был. И чтобы его максимально обездвижить, все-таки будет получше космо-огник. Он тоже классный, поэтому дамага у него тоже, как видите, дохренища. Он еще там снимает. В общем, он дохрена всего делает. Я уже даже не помню, честно говоря, его всех скиллов, потому что я давно уже читал скиллы некоторых героев. Знаю, как его, что это имба и все. Он наносит дополнительно еще урона, дамага дофига. Ну, космо, в принципе, тоже наносит. Космо больше вот таких, там, где зональный урон, чтобы они вообще не включались. Здесь же у нас задача забрать энергию и убивать, в принципе, и тот подходит. Ну, я думаю, результат сейчас у нас будет намного лучше. Также мы попробуем сейчас с вами, возможно, поиграться с питомцами, как вариант. Опять же, все рандомно. Вот сейчас тыковка получила люлей. Ну, в принципе, это не страшно. Она суперсила и с максималками. Она разгоняется очень быстро. Это нас не остановит. 54 секунды. У нас уже 4 убито. Ну, посмотрим, что в итоге получится. Какие варианты еще? Я думаю, возможно, попробуем убрать волчонка. Поставить еще одного крокодильчика. Что это нам даст? В принципе, даст дополнительно каждых 2 секунды, каждых 4 секунды лям, каждых 16-4. В принципе, не так уж и много. За минуту там лямов 20, ну, плюс 80 лямов, хотя в итоге это нормальный результат будет. Что я провтыкал время, заговорился, просмотрел, на каком там перешли. Но в любом у нас вот такой сборки должен дамаг быть намного больше. 1647. Ну, понятно, там дальше рандомчик. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут. Ну, я улучшил результат, как видите, намного выше стал. Ну, все равно, то есть тут плюс-минус 100 лямов первые. Лям 740, то есть ему больше повезло. Сейчас попробуем с вами другой вариант. Убрать отсюда волчонка. Ну, посмотрим заодно. Он у нас все равно не прокачан. И поставить дополнительно вот такого вот крока. Видите, он тоже наносит 1%. Поехали. Ну, без смотра у нас результат улучшился, ребят, на 400 миллионов. Это дофига. Блин, немножко далековато, но, в принципе, не страшно. Думаю, разгонимся нормально. Не, все-таки хуже результат будет сейчас за счет разгона, но, возможно, мы его улучшим за счет питомца. Ну, посмотрим. То есть плюс-минус, так чтобы вы понимали, 100 миллионов на этом арке — это нормальное явление. То есть тут уже, скажем так, высадка роль играет. То есть уже факторы, которые от вас, от ваших прокачек, ну, никак не зависят. Даже здесь все максималки, там седьмые чарки там и прочее, это все равно не всегда спасает, потому что есть такое понятие, как рандом. Он может где-то включиться, где-то сорваться. Ну, то есть
эти моменты, это уже чисто такое, кому как повезет. То есть максимальный вариант, это вот такое. Супер питомцы — классная тема, как видите, даже не фуловые прокачки, они все равно вам дадут плюс на архидемоне. Ну, с шарой вроде нормально. Не знаю, может шару надо было убрать. Хотя шара не дает ему быстро набирать. Но у нас старт был плохой из-за того, что то, о чем я вам говорил. У нас получается, когда мы атакуем, надо аккуратно смотреть, чтобы не было расстояния. То есть кидать ему ноги, и, соответственно, вы экономите одну секунду. За одну секунду вы можете там 50 лямов набить, в сути, на разгоне. То есть это тоже очень много играет. Посмотрим сейчас, есть ли смысл сюда от Вульфика или нету смысла. В принципе, шара должно хватать. То есть Крок, как видите, тоже обалденный герой для архидемона. Да, уже результат будет заветно по секундам. То есть у нас пару секунд. Хотя, в принципе, с другой стороны, возможно, нам повезет. За счет общего урона мы улучшимся. Ну, кто его знает. Но секунду я вижу или две, мы отстаем. Плюс-минус 1,7 набивается. То есть дальше уже надо удачи. Секунды у нас осталось. В принципе, последний заходик удачный может быть. Сейчас посмотрим, как нам повезет. Ну, мне кажется, все-таки лучше брать два крока сюда. Шары одной хватает. 610, видите, 1 секунда, и уже разница намного, ребят, на 30 лямов с хреном. Рандомчик, вот она, 1 секунда. То есть так, чтобы вы понимали, очень многое зависит от старта. К сожалению, у меня карты уже нету, я ничего не смогу сделать. В общем, вот такие вот дела, пишите комменты, я буду завтра еще, думаю, тестировать, есть он у нас завтра. Да, завтра мы еще успеем, даже не только завтра, или да, или только завтра успеем, наверное. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков с тестами, всем удачи, всем пока.